Всем привет! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Никиты с ником 5 котов, не знаю, коты, котики, хрен его знает, как назвать. Он находится в гильдии Conquerors, завоеватели. Ищут активных игроков, которые будут активно проходить БГ до 120 тысяч силы. По поводу приема писать ВК. Алексин ДГ. Ссылочку оставлю, как правильно пишется в описании, либо отсюда копернете, посмотрите, напишите. Вступайте, гильдия активная, 49.75 по участникам, чё? По участникам. Ну, то есть, можете смело кидать заявочку, там, до 200 тысяч силы. Так, отлично. Ну что, у нас сегодня будет... Опять роллинг под коллекционера. Сейчас мы посмотрим, что у него вообще пройдено. Семерки начал фармить. На 7-3 застрял. Понятно все. Аджай волна. Так, а что по героям? Фрей и странно, Аджай уже должен пройти. Так, талантик херня, талантик херня. Отлично, херня, отлично. Херня. Отлично. Качать надо. Так, надо качать. Качать. В общем, надо качать. Аккаунт молодой, как видите. Не все еще прокачано. Бигфут. Хорош. Шапка надо качать. Повелитель дырочек хорош. Так. Минотавр. Арктика. Тесса. Ворожей еще. Так, заклинательный соседна. Маленькая пиздючка. Ну, в общем, такое. Чистая сила, ребят. 29 героев с 91 всего. Так, отлично. Что там у него на складе завалялось? Книжечки, карточка. Воодушевление есть. Ее уже давным-давно надо было бы тыковки поставить и прокачать. Так, не бог войны на шапку для подземок. Также еще одна Фрея есть в запасе. Ну, неплохо, неплохо. Сундуки лабиринта. Так, что у нас есть? 32 тысячи. Ну, в принципе, у него есть чем качать таланты. Тыковку однозначно надо качать. У нас такая вот акция на коллекционера. Анубис. Можно Арктику получить. В общем, все, что хочешь, есть. Ну что, поехали. Будем сейчас доставать недостающих героев. Хотя у него они практически все те, которые нужны, есть. 450. Ронин сразу падает. Неплохо. Афина. Охренеть. Афина хранитель. Жестко, жестко, ребята. Это было жестко. Так, а есть у него Афина? Я что-то так быстренько все пробежал. О май гад. Все-таки мы выбили недостающего героя. Афинка. Это вообще супер. Это просто заебись. Так, хорошо. Афина есть. Фрей, он, скорее всего, собрал с акции. Так, 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 так. Сейчас, секунду. Побежали дальше. Ну, Афину это вообще супер. Можно воодушевление ей поставить, но я бы все-таки тыковки поставил. Ладненько, побежали дальше. Еще один рыцарь. Медуза. Душек. Да, ему нужен был Афина и Ронин. Мы это уже давным-давно сделали. Отлично, побежали дальше. Рино. Бля, супер.
Рыцарь, супер, бульдозер, отлично. Рандомчик, давай, удивляй меня дальше. Еще один рыцарь. Смерть. Давайте до 20 еще рыцарей. Посмотрим, что там мы по рыцарям уже собрали. Гаргул. Паладин. Да ты что? О май гад. Даже карту получим. 9 с 15. В принципе, ровненько идем. Еще 6 штук надо дотащить. Можно будет Арктику забрать. Купидона бы неплохо тоже было бы словить. Ну это просто жесть, ребят. Вот тут Ремка стоит на смене. Так, ну что, поехали дальше. Поехали дальше бомбить. Еще один. У, повелитель бури. Да ладно. Это просто жесть. Вот это так насыпало нам. Ниндзя. Вот это мне нравится. Человек захотел Эфину Ронина. Мы ему там практически с самого начала. Седна, князь тыква. Да ладно. IGG угорают. Варлок. 11к осталось. Бульдозер. А вот эктоплат. Купидончик. Отлично. Князь тыква. Блять, еще одна Афина. Это просто пиздец. Просто нет слов, ребят. Просто поставьте лайк и поддержите пацана в комментах. Реально везет. Просто, блядь, огонь. Вы говорите, по 150 надо ролить. Да ни хрена не надо по 150. Укротитель. Рыцарь. Еще ниндзя. Сердцеедка. Ну, раз, два. И ни хрена. Да, жесть, короче. Полная жесть, ребят. Идем сюда в события, заберем еще вот это. Ну вот видите, опять же, доказательство того, что все-таки надо ролить от 50-60к, желательно 60к на эту акцию, если вы хотите собрать. Потому что очень эктоплазмы плохо падают. Эти студеные рыцари. Так, отлично, ну идем. Откроем Ронина. И откроем одну Афину. Просто жесть, две Афины выпало. Так, что у них там? По талантикам. Бум. Блин, было бы прикольно, если был бы пятый ожог. Так, Аронин, бог войны. А что у него на складе? Бог войны, ну, в принципе, как вариант, его одушевление на Афину зайдет, и бог войны, гнев, это херня. Можно на Афину поставить даже ремочку пятую на по локации, как бы заряжать будет неплохо. Ну, не знаю, у него тыковка некачанная, и это как бы проблемка. Где там его тыква? Вот такая вот тыква, скина нет. Шестерка берс, ну нахрен не нужен этот берс. Однозначно ставить воодушевление для прохождения тех же самых подземок. Вот дальше он, ему очень сложно будет. А так с его героями он бы уже давным-давно затащил это все и не парился. Тем более Анубис есть хороший с бастионом. В принципе, почему не прокачать все-таки воодушевление для тыквы. Ну, шапку на бога войны. А вот повелитель бури повторка упала. Вообще супер. Сюда, конечно, ожог лучше всего. Ронин такой сейчас специфический герой для битвы гильдий. Хорош. В принципе, бог войны для Минотавра тоже нужен. Если ничего другого не упадет, то, например, железной воли. Ну, Афина... 15 смен есть. Ну тут ремка стоит. Даже не знаю. А на Купидоне что там стоит? Ну на Купидоне пятая ремка уже стоит.
Есть вариант на хранителя ремочного тоже сделать, как варик. Но я бы все-таки, наверное, втулил бы. Либо вальки той же самой, пятую ремку открыть. Не знаю, ну вариантов как бы очень много. Арктика тоже не ремочная, на лаву, если ходить, тоже нормально будет. Не знаю. Уже он сам определится и решит это все. Я считаю, что мы четенько ему заролили, зарыльнули, так зарыльнули две финки и необходимый ронин. Вот так, вот это кайф. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репостики. Всем пока.